Коренной видновчанин Андрей Марков уже 11 лет работает в троллейбусном парке. С детства его увлекала электрика, поэтому сомнений по поводу выбора специальности не было. Здесь он чувствует себя как рыба в воде. У начальства на высоком счету, у коллег пользуются уважением. Каждый троллейбус знает от А до Я. Все они прошли через его руки. От тех же московских больших парков здесь все троллейбусы на нас. То есть мы обслуживаем все подвижные составы. То есть тут нельзя на какую-то другую смену сменить. Мы делаем для себя, делаем хорошо. Вот, и в этом-то и плюс. Награда нашла своего героя. За многолетний добросовестный труд в преддверии Дня автомобилиста Андрей стал лауреатом премии Ленинского района. В торжественной обстановке под аплодисменты коллег ему также вручили знак за заслуги перед муниципалитетом. Видновский троллейбусный парк славится своими сотрудниками. В честь праздничной даты почетные грамоты получили многие работники предприятия. Неожиданно было. Приятно и хочется как бы дальше продолжение вот труда и достигать лучших как бы результатов. Троллейбусный парк – только часть обширной транспортной системы муниципалитета. Но именно троллейбус считается одним из символов Видного. Средство передвижения, которое в наши дни присутствует только в трех городах Московской области. Многие жители всему другому предпочитают именно это транспортное средство. Может, поэтому степень ответственности работников троллейбусного парка наивысшая. Празднуют с достойными успехами. Празднуют, потому что это очень непростая работа. Празднуют, потому что мы выполняем для людей очень важное и нужное дело. Но работа не стоит на месте. Троллейбусы продолжают курсировать по городу, а остальные сотрудники – обслуживать предприятие. Вдохновленные и благодарные за проявленное к ним внимание, они возвращаются к своей привычной деятельности. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.